Сотрудники Федеральной службы безопасности России совместно с полицейскими пресекли деятельность сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». 14 марта в Калужской области были задержаны четверо участников так называемой «спящей ячейки». Все они жители Ямала. Возглавлял группу мужчина, который прошел боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики. Он прибыл в Россию из зоны конфликта по его собственному признанию для организации террористической деятельности. Являюсь амиром из четырех человек отряда Мухаммада бин Маслима, которая получила задание от амира провести теракт. Накануне задержанных конвоировали в Тюмень для проведения необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности террористической организации и участие в ней». В ходе допроса все задержанные дали признательные показания, в частности, о подготовке ими террористических атак. Следствие и разбирательства продолжаются. К нему вышел на связь человек из группировки «Исламского государства», находящийся в Сирии, и предложил совершить теракт. Он мне объяснил, что мы сейчас находимся в подчинении Исламского государства. Вот. Есть те или иные распоряжения от Исламского государства, в частности, совершение террористического акта.